Разметка дышки 25 на 36. Крест у тебя все стоит, да? Крест вверх. Ну крест у тебя где вверх будет? А? Ну как у тебя есть? Вот крест вверх. Вот крест ставь. Нет, вот. Вот тут, да, да. Все, переворачивай на ту сторону теперь. Угу. 25 с этой стороны. Угу. Так 25, да? Да. Дайте ровно рулем. Заточи карандаш. С другой стороны тоже так отметь. А уже отмечено. Отмечено, да? Да. Ну ладно. Один руководит, останавливайтесь, не доходя. Иначе она проскочит сейчас эту линию. Оп. Стоп. Стоп. Давай. Зачем выключаешь? Берем. Вам тащить в сторону надо теперь. Тащи. И это вот так вот. Бахат сберу. Ребят, вы прежде чем резать, вы слушайте. Вы торопитесь все время. Теперь еще раз слушаем. Чувствуешь вес, почувствуй, как она стоит. Сильно так не прогибайте, ребят. Выше поднимай. Выше подними. Выше подними. Ребят, чтобы был чуть-чуть маленький прогиб. Не торопитесь вы так. Вы очень сильно это. Вес слишком большой сажаете. Все. Чуть-чуть коснулись. Ну коснись, коснись. Вот, вот, чуть-чуть. Все, и это теперь нажимай. Ну не давите вы так, ребят. Подними, подними немножко. Купил. Там хату малин звезды. Оп! Режем гэшку. Не-не-не, ну куда ты? Там угол надо. Тебя вон вообще не понимает. Ну да, режут сейчас так ножом. Короче, это надо просто научиться. Да. И чтоб один говорил, второй не молчал. Говорить надо вот. Просто. У Жоры намного лучше получилось. Ну чего, скоро научитесь и козлы. Дальше второй вариант. Что можно? Можно планку алюминиевую. А, кстати, я купил эти планки. Ну вот у них упоры. Ставите все. А, то есть раз, два собрали и все, да? Угу. Понятно, да? То есть можешь планку ставить с этой стороны, до нее доводить. И вдоль нее вытаскивать. Как уголок. Да. Я купил планки. Направляющий. Квадрат. Да, ну вот разберетесь. Квадрат, да. Угу. Пробуй. Квадрат где? Крест. Крест. Квадрат. Сразу переворачивай крест. Вот. Сколько у тебя расстояние? Ну вот смотри, какое расстояние. Сколько тебе срезать надо? Вправо сдвигай. Сколько расстояния? Видишь, да? Да. Значит, да, тебе, соответственно, нужно толщина клея порядка 5-7 миллиметров. Остальное ножовкой аккуратно срезай. Делай. Сколько миллиметров? 5-7 миллиметров на толщину клея. Оставляй его здесь.
Чем он тебе мешается? Нет, вот упал. Ну, поставь вниз. Как хочешь. 5-7 миллиметров толщина клея. Лишнее срезай. Все. Это вот эта вот панель, вот эту вот переднюю надо? Вот эту. Да, да, да. Скажи, брал мне сейчас эти нить, которые есть? Срезай ножовкой, бери ножовку, срезай просто, все. Хорошо. И приставляй на сухую, проверяй, как он стоит. Ножовку возьми. Ты ножом много не нарежешь. Но сейчас пока на высоту гэшки. Потом они на всю срежут. Сейчас нам гэшку нужно приклеить. Все, сколько гэшка, где? Подожди пока. Приставляй гэшку. Хватает или еще надо? Пачку сдвинь. Верхнюю. Верхнюю пачку сдвинь. Все. Еще. Все. Чуть выше. Слушай, а смотри, кстати, вот придвинь сюда. Срезай. Поставь, смотри. Да пусть он срежет. Тут вот щель да большая. Пусть он срежет. Мы пока мы не можем пока приставить. Пусть он сейчас это. Выше. Вот, все. Приставляй. Она у тебя неровно отвинулась. Стык, смотри. Заходи с этой стороны. Почему я хотел, чтобы быстрее приклеить. А то клей пена еще на самом деле не схватилось. Мы рановато делаем. Но мы должны это сегодня изучить. Я понял. Понимаешь? Поэтому мы на всю сейчас не будем, а делаем на высоту, чтобы она просто там дальше. И выше еще. Все. Клепен сколько? Она сутки стоит, да? 2 часа. А, 2 часа, да? Да. Ставь. Не бей. Не бей глисты здесь. С торца заходи, смотри. Шнурку накидывай. Поднимай тот край. Баду. Не, ниже. Вот, все. На толщину клея есть расстояние? Видишь, что чуть-чуть щель даже больше срезали, чем хотели? Понял, да? Да. Ну ничего, сейчас это исправим клей пены. Давай. Значит, вначале формируем окантовку. Окантовка формируется по периметру листа для того, чтобы не было циркуляции воздуха между фасадом и утеплителем. Скошенная трапеция. Значит, при надавливании на фасад клей будет стремиться внутрь. При надавливании на лист, а не выдавливаться наружу. Время. Ребят, замешивайте второе ведро. У тебя не стоит. Видишь, окантовка у меня стоит. У тебя клея много, но не стоит. Понял, да? Да. Должна стоять окантовка. До края не доходишь. Так, да? До вот этого. Здесь дальше не мажешь. Здесь? Не мажешь. Пока. Угу. Так, вот ту окантовку делай. Ту сторону, да, сейчас. Подожди. Там тебе неудобно, лист соседний измажешь. Не, сейчас он нанесет. И вот так удобно. Давай. Обмажем. Здесь не... Пока нет. Здесь вот так вот окантовочку делаешь. Вот здесь. До края не доводишь. Угу. Ну, что ли, видел? А, сначала снуть делаем. Еще. Сейчас сделаем дело. Это липухи. Видишь лишний клей тут? Вот. Понял, да? Протягивай вдоль. Лишний снимай. Вот. Нет, ты снимай его. Его не нужно размазывать. Он не нужен. Тебе клей лишний не нужен. Все? Тебе все. Так, дальше. Липухи. В сторону. Отмазываешь место здесь. Здесь. Отмазывай. Здесь? Отмазывай вначале. Чуть-чуть клея отмазываешь. Угу. Это смотри.
это вот такое движение. Это диагональная лепуха. Ловит эту трещину, возможно. Это вторая. А потом уже кидаешь лепуху сверху. Иначе она может упасть. Вот. Хватит. Отмазываешь. Отмазываешь. Здесь отмазываешь. Здесь отмазываешь. Здесь отмазываешь. Ну и можно еще вот здесь добавить. Ну все, собственно. И кладешь лепушки. Быстрее, ребят. На солнце, видите, все сохнет. Закругляй их. Клепина где? Клепина? Вот. Откручена? Да, все. Лепушки добавляй. Добавляй, вот эти маленькие. Добавляй лепушки. Ну тут добавляй. Давай быстрее. Обкручивай. Вот. Все. Так, держи. Открутил? Понятно почему, да? Нет. Все, бери лист, сразу подглядывай, где у тебя крест. Под лист подглядывай. Крест наверх, наверх, наверх. С боков клади. Клади лист. Клади лист. Клади лист. Бери с края. С того и с этого. Заходи. Все, заходи с той стороны, сбоку. Обходи леса с той стороны. Измазался опять в пене. Я? Заходите, ребят, время, время. Поднимай эту шнурку. Провод мешается. Правильно рубить дерево хлеба. Просовывай туда. А где этот? Просовывай туда. Вон там насадка. Вон. Ставь просто. Просто ставь на себя. Видишь? Все, приставь. Поставил на полку? Да. Маш, второй лист. Второй? Второй лист, Маш. Там второй будем ложить? Второй, быстрее, лист. Хорошо. Второй. Нанесение окантовки клея. На лист пенополистирола ГЭШКа. Мне кажется, неправильно положил, да? Ну, надо просто зачищать до чистого. То есть у тебя клей либо должен быть, либо его не должно быть. Полностью снимаешь, да, до чистого. Измазанный не нужен. Либо есть, либо нет. И мало, нет? Нормально. Торчать, главное, должно. Неправильно. Вот ты вот сюда и вот сюда. Угу, потому что, когда нет окантовки, ты промахиваешься, потому что не видишь. Здесь тоже надо, да? Да. Отмазывай, отмазывай, как там. Там, здесь. Здесь. Здесь можешь, здесь. Ребят, не кашей, а торчать. Угу. Здесь как в любви должен торчать, а не кашей. Понял? Чтобы было соприкосновение со стеной. Здесь отмажь еще. У него есть фасадная клепены. Клепену наноси. Много. Ребят, много. Двойная лепуха. Клера, комнаты. Возвращай. Давай. На себя больше наклон. Вот так. Во. Чтоб колбаска шла. Надо пистолеты. Тот, я думаю, кстати, очистился. Который мы замочили, синий. Он лучше будет. Только новый брал. Давай. Клади, где крест? Подглядывай крест. Вот так. С боков берите. Вот. Вначале с боков. Не заходите, ребят, пока не поменяли. Да. Угу.
не воткнуть, а поставить на полочку. Ребят, на полочку, вот так вот, вот. И двигать туда. И уровень надо поставить. Все, накидываю шнурку. Там пленки не мешаются. Русок обвел кеды. Беги, пчел. Вверх-вниз. Шнуркой проверяй. Вверх. Вверх ставь. Двигай. Проверяй вверх. Ты подходи сюда. Смотри. Смотри. Говори. Ты подходишь сюда. Вон там. Я, знаете, я проволоку беру. Так, проверяй. Смотри. И трехметровым правилом. Хорошо, сейчас. Смотри, соприкосновение и трехметровым. Вот правило. Убери короткое отсюда. Все. Ставь вниз. Вниз. Ставь вверх. Нет. Вниз ставишь трехметровое правило. Вниз ставь. На самый низ. На кромку. Проверяешь лево-право. Дальше. Прислоняешь низ. Низ прислоняешь. Делаешь солнышко. Тот у тебя к углу прижат, понимаешь? А этот поворачиваешь, называется солнышко. Вот все, там. Этот прижат, да. Вот. И крутишь. Проверил. Вниз опускаешь тот край. Солнышко наоборот. Низ. Ну, придержи ему низ. Если не получается, возьми низ. Все, помоги ему. Все, выше крути. До самого края. Подвинь пачку пенопласта. Видишь, да? Нормально? Да, все нормально. Все, вверх поставил. Вверх ставь, в горизонт. Опускай солнышко вниз. Держи. Первые листы, ребят, самые важные. Угу. Чувствуешь? Вот отсюда, сдвинь вот так вот, посмотри, как тенденция. Вот. Ты должен двигать постоянно, не статично, а двигать все. Понял, да? Да, понял. Вот эта задача. Все, сюда ставишь. То же самое. Только, ребят, теперь, чтобы было понимание. То, что мы делаем вчетвером, делает один человек. Понял? Да. То есть ты вышел, и ты правилом вот так вот. Угу, чтобы не было кирилла. Быстро, энергично, и все. И ты чуть-чуть взял, подогнул, подправил и прочее. Вот у тебя щелочка осталась, как высохнет. Вот это заполнишь просто это, клепеной. Вот понятно, тоже, да? Соответственно, это да. Щель такая, сантиметра два, вообще, огромная, вот она. Ну, допенит клепеной. Угу. Здесь не два сантиметра, полтора. Ну, его там тоже, пена вообще нифига не держит. Ладно. Ну, добавит, потому что, видишь, мало клепены нанесли. Можешь сейчас сразу нанести, кстати. Нанеси. Вокруг его. Почему? Нет, вокруг? Смотри, вот, видишь, не допенен. Допень сразу. Нет, туда вовнутрь надо заливать. Просто берешь. Там она есть внутри. Внутри, видишь? Внутри есть. Можешь сразу, можешь потом. Как тебе удобнее, уже приспосабливаешься. А подоконник, как мы потом будем делать, он же должен быть под углом небольшим. Подрежем. А, это потом, да? Да, да. Угу. Просто сейчас, если я буду показывать, тогда-то не надо. А, отлично, да? Это немножко, да. Угу. Это нужно научиться, а потом уже будут резать гвоздки с уклоном. А, ребята, угу, просто у нас с уклоном режут. Ну вот я видел, да. Что-то. Но лучше, ребят, не загружать этим, это пока лишнее. Так, дальше берешь шпателем лишний клей, убираешь, угу, сюда дополняешь. А вот это надо убирать, вот эту щель? Или запенивать надо? Не перестарайся, потому что клейпена сейчас попрет. Шестую минуту отмечаешь. Угу. Все, клей добавляй, убирай.
Клей остался, заполняй края. Клей давай сюда. Давай клей. Клей давай сюда. Давай клей. Все, заполняй. И вот с той стороны то же самое. Смотри, я его соберу. В другую сторону движение. Вот в эту. Да, да. Смотри, когда клеишь, когда открывается, это гэшку сдвинули в ту сторону, в эту сторону. Щель открывается, гэшку сдвинули в эту сторону. А с той вылез клей. Ну, понятно, да? И как работу закончили, в конце рабочего дня вверх заполняешь.